Ребят, всем привет! Всем привет! Мы сегодня решили испечь пирог с картошкой. Да. Сегодня идет уже, ой, не знаю, какой день дистанционного обучения, мы так устали. Ребята, а мне вот это нравится. Что это? Мука. Мука. Ребят, для этого нам понадобится подсолнечное масло, кефир, стакан кефира. Сода. Соль, сода, приправа для картошки. Картошка кубиками, ну, там, я не знаю, штук, наверное. И вот это. И масло подсолнечное. Масло подсолнечное. Вот 2 яйца. 12 столовых ложек муки. И вот это. Вот, мы хотим сегодня испечь пирог. Сначала делаем начинку. Берем 1 стакан кефира. Дай мне. Жень, выливай. Вот сюда, в начинку, стакан кефира. Вот сюда поставь. Угу. Так, берем 2 яйца. Алис, сбивай 2 яйца туда. Держи. Вы решили выпить? А вот об эту можешь стукнуть. Сильней. Молодец, еще сильней. Все, дырка появилась? Да. Давай. Давай-ка я вторую возьму. Давай. Что там упало? Фу. Давай. Есть. Все? Клади сюда мусор. А второе надо? Давай, 2 яйца. Давай. Я. На. Угу. Жень, ты бери половинку чайной ложки соли. Чайная ложка маленькая. Половинку соли. Булька, Алиса, молодец. Пол чайной ложки соли. И пошла совсем... мыть руки, ребята. А что, липкие? Да. Фу, вот столько пойдет? Да, пойдет. Половинку. Это много? Да. Меньше даже еще можно было. Ну, ничего страшного. Немножко чайной ложки соды. Соды совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Пойдет? Нет, побольше возьми. Еще можно взять. Женя, моя очередь. Угу. Жень, двигайся. Перемешивать? Я. Ты. Да. Теперь нужно добавить муку. Сколько? Всю. Всю аккуратненько всыпайте. Дай-ка я высыпаю. Это у нас будет... Я высыпаю, моя очередь. Женя, ну дай... По очереди сыпьте. Муку теперь нужно все перемешать. Иди мой руки. Иди мой руки. Перемешивать? Да, это у нас будет тесто. Вау. Ребят, покажу вам, чем занимается Женя. Делает окружающий мир. Вот такое у нас проходит дистанционное обучение. Тем не менее, мы решили сделать пирог. Нам стало скучно. Да. Не. Мешай хорошо, хорошо, чтобы не было комочков. Как-то жестко. 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 Там-там, та-та-да-да-там, там, та-да-да-да-там, там, та-та-та-та-там, та-да-да-да-да-там, там, там-та-да-та-там, там. Там та да та там там та да да там. Ребят, смотрите, как перемешивается. Ты держи тарелку, ты сейчас ее прокинешь. С доски она у нас сейчас улетит. И вот так все на эти ингредиенты. Ингредиенты на пол попадут, да? Да. Женя, а ты делай пока начинку. Приступай к начинке. Вот это? Картошку клади сюда. О, я буду. Нет. Делает Женя, Алиса мешает. Женя делает начинку. Жень, сюда вываливай начинку. Я уже всю. Картошку хватит. Всю. Я уже... В картошку мы добавляем зелень и добавляем лук. Вот здесь пол большой головки лука. Угу, добавляйте. Весь? Да. Добавляй, 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 добавляй. Вывалила? Ручками помоги, ложкой помоги. Или руками. Алиса сухари грызет.
Жень, вываливай тоже. Нужно добавить немножко соли, щепоточку соли. Угу. Щепоточку соли посолим и все. Все это нужно будет помешать, и у нас начинка готова. Я еще забыла про приправу. Такая вот у нас приправа для картошки. Алиса, в картошку клади приправку. Сыпь. Нужно добавить ложечку столовую масла. Давай. Бей. Женя уже танцует. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Хопа, стоп. Все это перемешаем. Такая вот красота получается. И надо еще миксером. Миксером нужно взбить будет тесто, потому что Алиса его плохо промешала. Сейчас мы миксером И все. Ребята. Сделаем. Ребят. Пирог. Вам ребята, покажем все. Классно получается. Тебе нравится? Только ингредиенты надо еще вот это опять добавить. Не надо это опять, деловая. Нужно смазать противень растительным маслом. И половина теста нам нужно вылить в форму. Половина теста мы вылили в форму. Теперь это картошку нужно выложить сверху и залить оставшимся тестом. Ребят. Похоже, ребят, на арбузик. Алиса грызет сухарик. Сухарик, говорит, похож на дольку арбуза. Вот сверху мы выложили картошку и все это заливаем оставшимся тестом. Ой, чуть не на меня. Мне не видно просто. Вот так вот это получается. Потому что теперь нужно поставить духовку. Тесто наше я ставлю в духовку, наш пирог, который должен получиться. Выставляю температуру 180 градусов и выпекаю 40 минут. Заглянем в нашу духовочку. Упс. Обаны. Обаны. Что-то уже есть. Вот такая вот вкуснятинка. Зелень. Пахнет вкусненько. Но еще должно постоять минут 15. Ну вот, я достала пирог. Надо его проверить. Да, картошка мягкая. Такое вкуснятенькое, вот такая вот получилась у нас. Молодцы мои ребятки. Кому скучно сидеть на дистанционном обучении, присоединяйтесь к нам.